Сбор сельскохозяйственных культур нужно проводить с соблюдением всех мер безопасности. В рамках сезона операции «Урожай» сотрудники МЧС Покрачево-Черкесии проводят работу по предотвращению пожаров во время зерноуборочных кампаний. Наша съемочная группа также приняла участие во внеплановой проверке и узнала, как соблюдаются требования пожарной безопасности. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Солнце в зените, на полях в разгаре уборочная кампания. Сотрудники МЧС проводят специальную операцию по предотвращению пожаров и следят за соблюдением обязательных требований безопасности во время уборки зерновых культур. Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Карачаево-Черкесии Сергей Кравченко посетил одно из сельскохозяйственных предприятий Прикубанского района. В ходе внеплановой проверки особое внимание специалисты ведомства уделили оборудованию пожаротушения и провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий. В данной операции у нас задействовано 210 объектов. Это индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. На сегодняшний момент у нас уборка урожая по зерновым культурам составляет 30%. Данная работа по профилактическим мероприятиям будет продолжаться. На учет главным управлением взят один элеватор и 10 зернохранилищ. В данный момент выписаны распоряжения о проведении внеплановых проверок. Также в ходе операции «Урожай» сотрудники МЧС провели противопожарный инструктаж по эксплуатации сельхозтехники, задействованной в уборке зерновых культур. Также уделили особое внимание искрогасителям уборочных агрегатов и автомобилей. Сами комбайнеры отмечают, что такие профилактические мероприятия необходимы, чтобы не произошел пожар во время работы на полях. Огнетушители, лопата, каждый день продувка комбайна, 100% комбайна обдувка, ну, то есть пыль, мыль, чтобы грязь нигде не осталась. Техника как бы новая, электрооборудование, все предусмотрено, все в чехлах спрятано, как бы все насчет этого. Соблюдается пожарная безопасность. Бдительность прежде всего является важнейшим правилом для большинства руководителей сельхозпредприятий. Поэтому они особо следят за соблюдением всех необходимых правил безопасности. А сотрудники МЧС подчеркивают важность проведения таких профилактических мероприятий для повышения уровня противопожарной защиты. Обращаем внимание на водовозы. На каждом поле в обязательном порядке должен стоять водовоз, ну, с водой для того, чтобы, если произойдет возгорание, незамедлительно его погасить, притушить и не допустить распространения пожара. После уборки зерновых культур у нас будут поспевать другие культуры, и данная работа практически будет продолжаться до конца сентября текущего года. В завершении операции «Урожай» сотрудники МЧС отметили полную готовность к уборке урожая со соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.